Мария Витальевна. Мария Витальевна. Саш. Будьте добры, ваши водители. Сейчас привезу. Выйдите из машины. Через 10 минут привезут мои права. Мария Витальевна, выйдите, пожалуйста, из машины для прохождения медицинского свидетельства. И ну вот когда у меня будут пальцев по телому. Права и удостоверение личности. Ну вы с нами пройдемте. Мы сейчас доедем до отдела полиции, до ближайшего, и установим вашу личность. Спецоперация, сексуальное мероприятие. Александр Ильич, а машина вам принадлежит? Нет, рабочая моя. Ваша рабочая? Да. Девушка как зовут? Мария. Мария, а фамилия какая? Недавно. Фамилия. Не знаю, Александр Ильич. А вы разрешили за транспортное средство сесть? Ну, что значит, разрешили? Не, ну, каким-то образом же она сюда приехала, правильно? А вы говорите, если это ваша машина принадлежит вам, а управлять транспортным средством вот, данный водитель, а вы находитесь на заднем сиденье, находили. Выйдите, пожалуйста, из машины. Пройдемте, пожалуйста, служебный автомобиль. Будьте так добры. Мы сейчас установим вашу личность. Мы сейчас, будьте добры, пройдем. Александр Витальевич, а скажите, пожалуйста, как данного водителя фамилия? Я Александр Юрьевич. Александр Юрьевич, да, извиняюсь. А как здесь фамилия данного водителя? Пройдемте служебный автомобиль. Нет, пока мне не буду. Как она попала за руль? Скажите, пожалуйста. Не, ну просто нам надо установить же правильно все вот эти обстоятельства. Потому что данный водитель едет за транспортным средством, которое принадлежит вам, правильно? Там нет, кому там... Организация? Но служебную машину-то вы управляете же ей, правильно? Это служебная машина. Нет, не управляю, это водитель, что ли? Вопрос, на который, мне кажется, даже нет ответить так сложно. Мария Витальевна. Ребят, поедете тогда за нами, ладно, просто такая ситуация, сейчас запишем вас. А на месте сейчас кстати, сейчас надо личность ее установить. Давайте. Вы не пойдем к преступникам, давайте выходите. Вам никто не знает, что преступник, надо документ с собой возить. Я с вами рядом буду, не переживай. Маяки выруби. Все, пойдем. Я с вами рядом буду, не переживай. Пойдем. Не сядешь? Я с вами рядом. Просто я держу прибор. Мои права или нет, объясните. Держите. Ваши права. Вы имеете право на защитника. Включай прибор на зеленую кнопку, нажимай. Вы мне объясните. Открывайте, пожалуйста. При каких обстоятельствах я должна это осуществлять? Кто должен быть понятый? Понятые вот стоят. Совершенно независимые люди. Два понятых у нас лица. Какие? Мы предлагаем вам пройти освидетельство на состояние опьянения. Это вы мне дали. Мы на вас не дали. Хорошо, я отошел. И снимайте мне мобильник. Вы имеете право также отказаться. Отказываюсь, я лучше пройду там, где настоящий медицинское учреждение, где есть медики, а не вы.